Мы Т4-3 печем. Кабу, бля, отдаем. Дайте мне помощника, либо, блядь, Эрела. Пожалуйста, Ирога. лучше помощника. Я. Отдай Эрела Ване. Помощника. Не, Эрела отдай просто и все. Да нахрена, у меня же, блядь, опять еще что-нибудь забагает хуем с собачьим. Потому что... Я курить ушел. Я бы тоже бы сходил, блядь, но ничего, на трэш сходил. Гагапал. Где Гагапал? Гагапал, обмен мне. И остальные просто можете нахуй не ролить, я не понимаю, зачем вы это делаете, вам, блядь, по приколу, видимо, засрать мне ебаный этот. Это топовый PvP тренинг налог. А в PvP не работает, о чем ты говоришь? Не на этом сервере. Сейчас. Вистасос. А Паша все пиздит из-под носа. Я не знаю, а зачем она Паше вообще нужна с ловкостью-то? Рид дает. Он и сам с ловкостью бегает, вон. Если никому не надо, то мне кидай. Кидай. А. Мне на офф надо, типа, мне на ФДК надо. Если тебе тоже надо на ФДК, то забирай. Ну, как ну да, да, мне так же само на офф, на ФДК. Ну тогда ты выиграл по розыгрышу. Ну, да. Хуйня. Шляпные перчатки. Рома, а тебе на куда? На дизенчант. Знаешь, вот говорить, что она мало дает. Тут именно этих мелких статов не хватает. 11 левел. Ну, кому да не хватает, тогда да, проблема. ДК танку сколько? 8% меткости надо? Ну да. Знаешь, блин, у меня 7 меткости, я не промахиваюсь по боссу вообще от слова совсем. У меня 5% прям чувствую, что не хватает. Не, 7 вроде не так уж прям уж страшно. Пиздец.
Может, пока пойдем трэш, если перерыв все-таки кончился, как-никак. Есть тут хилы. Кто-то дай должен быть, в принципе. Ну, кто не тут, кто тут, пойдемте в сторону трэша. Два хила точно есть. Понемножку будем вытягивать, ты пиздить, блядь, ты еще, а че хули стоять? Да, у тебя власть нечестивости не надо. Да, я смотрю, да, что-то нету этого. Агро, думаю, мы ее спиздили. Я бы ее не отказался спиздить. Надо аккуратно жирного. Вальку аккуратно не загрите. А что у тебя такой билд своеобразный, так как ты один ДК в принципе в рейде был? Типа без истерии, без всякой хуйни. У меня потому что он холи. Мне кажется, БДК был бы по пизде. Я до этого был БДК, теперь он холи. Там сила похоронит. Завтра фростом буду. Ну фростом классно, только 4-5. А сколько у тебя мастерки, если не секрет? 45. Чуть не хватает. Ты хочешь, я расскажу большой-большой секрет? Хочешь сказать мне, что вообще она не нужна, потому что рунические есть? Да. Это не секрет, но все равно прокает в промахе. Иногда проверял уже. Не знаю. 28, это прямо. Это ты играешь в рулетку. Ребро спарирует тебя два раза и пизда кому-то. Ну, надо билд под руны, когда там есть два билда, типа под руны, когда их не хватает, и на урон. Берешь билд, когда не хватает рун, и всегда ты руниками хуяришь. У тебя остается кровавый удар, который тоже может парироваться. И удар чумы. А в том и прикол, что я его не сдаю. А удар чумы выше в начале боя, я все умором. О, колечко бешеное. Где это оно валяется? Забирай, Серег. Где это оно, блядь, валяется, сука? Там буешка в ГБ. Так. У меня нету прав. Ваня ЖРЛ. Вонючку? А он на этот поставил. Ваня, вот здесь вот колечко. Вот, нашел. Где-то вот оно лежит. Мы его не встали, так что. В маленьком обьяна, короче, лежит. Мстительность вишивайся.
А тебе как, Шея, нужна стука по пузу? Мне? Да, да, нужна. Наверное, нужна. Я тут... Мне все тут надо, что есть на танках. Ты забрал, Вань? Нет, он до сих пор лежит. Дай мне этого. Распределение получится. Беру кольцо. Но Вани тут нет, наверное, он молчит. Или он опять в муте сидит? Нет, он хилит. Ну, да. Замутился. Он, наверное, без микрофона. Он окна лучше, он никого не слышит. Написать ему надо. Забрал. Лента. Да, да. Все, да, вы не знали, что и шанс падения даже десятку увеличили. Двенадцать. Я рот убил. Паша, поздравляю, ты хоть что-то сролил. Топ тут забрал. На кого на первого идем? На зеленого, конечно. Нет, смысл за зеленого идти. Ну, на гниломорда. Потому что на нем вайпнуться проще. Лучше его сперва убить. Игорь стоять на месте. Да, квест в 25 обычки сделаем. Игорь, это заканчивается через час. Нам нужно боссов на количество по-хорошему убить, а не на трое. Меня удивило то, что один день РТ у вас на 25 ХМ. Ну, вообще, не один, просто в четверг нихуя народу не было на ХМ. Да, мы а в четверг надо было на Гнилова, на Гнилова пойти. Что не было? Раздосадоваться. Людей не было. Ну, так бы мы в четверг пошли на ХМ. Ну, конечно. Так, а сегодня бы продолжили. Если было и в четверг, и сегодня, то сегодня блядь, добивали. Охуенный мув, спасибо. Охуенный. Эвейди, выходите. Фольксваген, ну ты что наделал? Ну, тут самый вопрос, нахуя. Детейлс, атака ближнего боя. Патухопус первый, отвой троих. Детейлс показывает атак, ну первый атак, первый удар. На чёмная блоха. Понял. Ты какую блоху ударил? Босс от этого сарился, короче. Это его была блоха, походу, любимая. Блоха босса. Это была его блоха, он, короче, обиделся. Резавель, дочка ГЦ. Так, тут что, я тоже в ДД? Или в три танка тут надо? Бля, в танке оставаться или в ДДшника? Немножко я тут, блять, не могу говорить. Короче, по тактике, уважаемые люди, здесь проф с балкона будет периодически кидать вас пельмень. Вот. С этой хуйни надо, соответственно, убежать. А гришники, вы начинаете с правой ноги, когда летит в мили, соответственно, перебегаете в левую ногу. Не приебитесь, не стойте там, как бык настал. Все в правую, потом в левую, потом в правую, блядь.
Я изначально говорил, что у нас 4-3 печеньки будут нахер в этом. А то уходят сначала танками с хилом, блядь. Но так как Леня с нами ходит постоянно, танков особенно пробивает, надо немножко чуть-чуть усилиться. Ваня, другу готовность. Ваня, я в танке или в ДДшнике? В ДД. Три танка надо нам, не надо? Не надо. Сейчас про переоденусь, момент. 21, 4. 10к ДПС, а готовы. 21, 4. Ассалинич. Все то же самое, центр хилам, блять. Метки труслая луна. Че раз включай на пол. Лисакс. Лицом в пол, блять, а у нас же пол рейд бежит только точно. Логично, нахуй. Прибав на тиварчика. Что за порно? Сань, ты готов, плюс они. Да, на АФК без нее. Особо далеко не убегайте, нахуй, это вам не обычка, блять. One. Милики все под правую ногу. Шаман тоже под правую ногу. Я нахуя сказал изначально под правую ногу? По приколу, что ли, блять? Перемень летит. Куда, блять? В РДД куда-то. Далеко его гнили. Остальные разнесли. Сбежали снова. Летит премень РДД. Блять, вообще не могу здесь солить, нахуй, потом летит. Бля, кто за мной? Гамабун, ты что ты за мной бегаешь, вот скажи мне. Потому что не знаю, что так делать. Здесь надо рейнджу держать. Милики прибежали. Милики по другую ногу. О, красавцы. Данфройвелну быстрей. Милик на правую. Пробуем по 6 стаков в подпол. Чтоб хилов сильно не напряжать. Милики под левую. РДД, ремень. Ух, сейчас заглею. Лена, вот ты очень далеко стоишь. Милики перебежали. Нету. И надо кикнуть ее, было на нее перемень. Фору повесила. Нихуя себе, блядь, а что это так работает? А еще мета 4 не работает. РДД летит. Ёбой, Т4. Милики перебежали под левую. Там заебал хилу выбливать, блядь. В луну летит, в трусы. Забежались. Нехуй, блядь, хилов напрягать. Лишний раз. Сальво по ноктусу дать. РДД летит.
Милики перебежали. Дай почти бабу сбросить, так и, наверное. О чем урон? РДД летит. Милики. РДД куда-то летит. Смотрите под ноги, когда она куда-то летит, вы там увидите зеленую метку. Куда-то летит, не вижу куда. Лицом по луну. Ну вынесите. Говорил, сбрось баблом. Блин, быстрее вставайте, железу уют. Ну флоскоюзер, ёбаный свет. Чё так долго-то, блядь? Не, ну блядь, прям под пельмень буду резаться, да? Нахуя, думаю. А, ну да, выбежишь, блядь, сложно сразу. Ну я вывешу, я скинул стаки. Т4 нажмите. Точно тебя же такого, блядь, нет. Банный сервер, блять. Колечко-то, смотри-ка, сила гнили. Просто реально берет и само Т4 отключает. Причем полностью. Ну что, паладинам не надо в этой жизни, да, как я понимаю? Можно реферестно. Это самая ебаная шапка, которая только есть. Ну я понимаю, но, блядь, смысл вот это нахуй комментировать-то в принципе. Как называется, куда ты пышется? Верхний ярус. Он так и должен это ОЕшкой ебошить. Какой? Да. Едкой гнили? Ну да, что-то такое. Но потому что у нас Лены не было, на нее спора одна кинулась. Сейчас будет весело. Да, надо было отсюда нахуй справа начинать, конечно, блядь. Да какая разница? Рассказываю супер охуительную тактику на этого супер охуительного босса, блядь. Вот вы привыкли на нем в мире стоять, да? А теперь хуй. Уважаемые, то есть нас пойдет в мире, могу пойти, соответственно, хилы нахуй, кроме милишников. Чем это звуки боя непонятные? Вообще берется 5 РДД и 1 в танке, там как раз все охуенно на ренжу. В смысле, блядь? Что-то я сейчас вот не понял. Пять РДДшников ловит рогачку эту. Так я понимаю. Да, 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 пять РДДшников ловит рогачку, хватает всего 5 человек и офтанка. Там как раз, блядь, шанс того, что мили летит, вообще никакой. Тогда лучше 6 поставить или 7. Не-не-не, 5 хватает. Вообще 4 это при идеальных условиях, при всем, если люди типа вообще, блядь, охуенно себя покажут. 5 это так для страховки. Елена, ты тут? Что ли, потому что я смылся? Пять РТД в танке просто двигаются нахуй, чилят и все. И бьют босса. Один слизень умели, второй там в РДД взяли, сбежали, все в танк забрал и не ебем босса.
все. Елена, ты тут, не тут? Я ей в личку написал, она молчит. Походу, не что нашел. Что делать? Тут нам даже лучше, если на нее кинется этот пиздюк мелкий. Он все равно побежит сюда, а если он прибежит не в нужное время, не в нужное место, то будет очень хуёво рейдер. Да мелкий он пока добежит, и что мелкий сделает? Ну, смотри, вот я, например, веду босса, вот, ой, блядь, слизня, вот здесь, ага, прямо а с таками. Так, так, ну да. И он вылазит отсюда с текстуры, и он отсюда вылазит с текстуры. Это начнем с того, что она на первом этаже, ну да, и слизень до сюда вообще не движет. Ну, нихуя у вас ДПС, так что... Не, через текстуру он прибежит. Он через текстуры побежит. Я буду вот вести, например, 4 стака, и он отсюда вылазит, нахуй. Это сразу 5 стаков, нужно разбегаться. Ну, это проблемно, короче. Лучше без приколов. Кстати, а Чезаров у нас крови не было? Была. Лежала там. Как я, блядь, я ее не видел, нахуй? Я смотрел, лежала кровь. Так, лови койл. Ну-ка, ты видел? Ты видел? Конечно, видел. Ну вот, сейчас бежать должен. Была кровь, я смотрел. Лут. Была кровь. Открой, ты же квест уже сделал, ты поэтому кровь не видишь. У кого, да, у кого сделан квест, он не показывает, это же понятно. Я тебе ответственного отдал. Где Ваня? Что с Ваней? В смысле, что с Ваней? Мы с Ваней тут. Так он ничего не говорит, вот что. Ты издеваешься? Чё? Прям говорил. Чё, рофлишь, блядь? А почему я его не слышу? Мут с него сними. Я ничего не ставил. Он тут про тебя такое сказал, ты бы слышал, ебать. Да, какой фит, у меня ты 4 полностью вырубилась. Чё у меня не замучено? Никто вообще. Перезайди. Давайте может, Елену это... поменяем, плюс одно тело с гильдии, все. Мы можем ее и не менять. Она тут, не тут, я не понимаю. Походу не тут. Кто чё? Там Ваня Серега пишет, что он кровь забрал. Так, короче, может, 8 типа? 8 РДДшников. Соответственно, должна встать по кругу. Это будет ШП Локи. Я Эрдру, то есть, соответственно, Дерзкая, Сериал, Чумовая, Резельда. И на этом у нас Вагон Вилл, Лавикойл. Два, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Плюс Траблозавр. И нахуй. Фласка Юнир Восьмой у нас, по идее. Да, ну все. Встаем, соответственно, я, Лёня, Луна, Ромбик, все остальные, распредайтесь по остальным. Ваня, я вот одно, только я тоже на фейме тут что-то подзабылся. Тут похуй, как стоят мне, вот, допустим. Все остальные стоят под боссом. Все. РДД тоже? Единственное, что я хочу вас уточнить. В 25-ке. У меня только один вопрос. Я один Ваню не слышу? Или он мне говорит? Говорит, что, издеваетесь? Да он говорит. Я теперь слышу его. Перезайдите. Что за хуйня? Сейчас перезайду. Ваня, когда ты говоришь перезайдите, они же тебя не слышат. Ваня, ты очень говоришь что-то. Перезайди ты, Вань, проще. Те, кто не слышит сейчас Ваню, перезайдите. Он говорит. А че, Чумовая не пришел, что ли? Че вниз?
Да почему? Это еще кто? Кто такой лоб у нас? Вагон вил. Ты что? Вагон вил. А вот теперь он нам закосячил этот, как его, квест. Блядь, мы теперь квестку сделаем, да? Да. Да. Квест по бычке сделаем, хули. Диван, Ваню дайте кто-нибудь. Можно еще в кого-нибудь дать, у кого болезнь есть. А, снимает, блядь. Снимается, да. Диван снимает болезнь. Пацаны, спасибо тебе большое. Пацаны, ебан в рот, сериал. Я на сериале выбежал, на мне болезнь осталась. А может он сейчас бы сделал? А, заебись, да, кстати, он сериал выбежал. Так он выжил? Да, он за этим. Прожимайся и хилься. Слава, братишка. Да, я это хилюсь, стою. Все, заебись, смотри-ка. Давайте рисуем. Фух, блять, выжил. Рисуем народ, блять. Ваша короче, на РДД стоят. Когда сериала может не ставить, чтобы он в мире оставался, чтобы у него было больше шансов выжить, чтобы в него не блевал этот. Откуда у него два будет? Только один. Меня, блядь, все слышат? Нет, я тебя не слышу. Зайди в Дискорде. Да, РЧ, пусть те, кто не слышит, нажмут... Ой, те, кто слышит, нажмут нет, и все. Да, это так не работает, блядь. Сейчас все будут жать нет, потому что мертвые. Наоборот, пусть дожмут. Короче... Не знаю, нахуя нам это, блядь, и в 25-ке можно делать обычки, это ебаный квест, нахера вам, блядь. Ну, если все равно есть возможность попробовать. Вообще, все равно с первого трайка убьем. А чё, Ваня-то где, чё молчит? Да, он перезайди. Да он не молчит, он просто... Чуваки, да хорош ров уже, ну, блядь, реально. Два ночи, давайте опять убивать. Саня, нахрена встал, или ты не встал, тебе резвым или чё? Корвин, нахрена ты встал, блядь? Дайте шкафу сумонить. Сериал возвращайся, а то там куда-то далеко убежал. В Долора не прятал баф. Возвращайся обратно, блядь, реально. Так, короче, соответственно, стоят Дерзкая, сериалы, Вагонвилл, Рекойл, Резельда и Чумовая. Я баф не проебу, если в рейнже буду стоять. Да и похуй, даже если можешь, блядь. Мы сюда не ебаные квесты пришли делать. Мне вот вообще этот квест ваш, блядь, в сраку не торчи, блядь. 20 лет подай, бычки нахуй сделаете. Вагонвилл, Викоза, сериал Дерзкий, Траблозавр, Резельда, Чумовая, Цац. Я тебя забыл назвать. Соответственно, я и Лёня, мы, Лёня стоит в ромбике, я стою в луне. Либо я могу в ромбик, ты в луну, мне похуй. Я уже в ромб иду, мне похуй. Как слышно, похуй. Остальные разведитесь. Вагонвилл без сказки. Уже сказкой. Тактику объясните, пожалуйста. Что тут за плёвывание какое-то? Мы стоим на рейнже для того, чтобы ловить блевоту такую же, как на другом боссе, блядь. Соответственно, остальные просто стоят. Единственное, что мы, вот кто стоим вдалеке, если на нас прикинется этот ебаный, блядь, дебаф, надо будет сбежаться. Есть один мили, один, как бы, в рейнже. Не проебывайтесь. Все остальные стоят под боссом, соответственно, но... Тотем от природы, кстати, да. Драктиры, если здесь есть, ставьте себе защиту от природы, блядь. Сбегаться в мили-зону, если что. В мили-зону, в мили-зону. Иван, пожалуйста, мы осваиваем контент. Большинство здесь первый раз. Объясни, что нормально, что сделать. Что, вот, блядь, неправильно, что вот, что, не, что сложного. Вот если на нас, на РДДшников, кидается ебучий слизень, и, соответственно, он появляется, а второй слизень появляется в миле, мы сбегаемся в миле. Если на двух РДДшников, мы все равно сбегаемся в миле, потому что это ебаная окружность. В чем сложность-то, блядь? Вань, может, заменим Елену, возьмем на Лему, а ты Мишу. Миши нету.
Я ему только что написал, вот только что. Он сказал, что есть, и он хочет пойти. Вот только что. Что он хочет пойти на одного босса? А как же Валька? А как же принцы? Так у нас а как же времени 15 минут? Сейчас Джайнок будем травить сейчас. Да, я согласен. Все, все разбежались. Сумонить там. Так он же будет сумониться, нет? Кого там? У него никогда? На 25 км. И фильм. Откуда у него будет КД на 25 хм? Тыкните мне. А. Да. Да, кстати. А она мертвая лежит. Ее мертвая вообще выкинет или нет? Выкинет через минуту. Точно, блядь. Блин. Чего? Что Миша, понимаю, ее выкинула. Ты имеешь в виду мутирующая инфекция? Ох, вот с этой инфекцией с него сбежит. Вылезает слизнюк мелкий, блядь. Два мелких слизняка должны снестись в мире для того, чтобы появился один большой, которого заберет офтанк. Я вот единственное, что хотел уточнить, блядь. Это ебаный хуеплет под названием дебаф. Ебошит в хеме, ебать сколько. Есть ли смысл его диспелить, блядь, или нет? Нет. Ну, может, десятки всегда его диспелили. Но... Да не говорить нельзя. Ну, нельзя диспелить, блядь. Вы не переживете три взрыва слизня, вы о чем, блядь? Ладно, значит, блядь, хилим как не себя, где будет вейв. Если хотите, пожалуйста. Не надо его диспелить, блядь. Посмотрим. Если будет пробивать очень сильно, тогда под конец где-нибудь. Вот диспельки, если он блюет. Диспелить. Ну, короче, диспелим так, чтобы подержать подольше, но... Все равно здесь болеть придется. Вот я так и думал, блядь. Охуенные супер тактики, которые мне тут, блядь, рассказывают, оно охуенно просто. А, кто это там был, кстати? А это Фласко Юзер, да? Вот новый РЛ, который новые охуенные тактики придумывает. Я понял. Почему новые охуенные? Блядь, все, чел, заебал, честно. Успокойся уже. Поехали. 5, 4, 3, 2. Я руспула, Миша, дальше. Блять, ну это рофл, что ли? Ну вы тем, кто сагрил. Дайте танк, пусть первый удар сделает. Энфрой. И по труп. Блять, да для тебя я не достаю. Я достаю. Мили заводи, своди двух. Да я уже принес. Большого заберите. Два стака получилось. Да. Заебись, блять. Большого через маленького забрал.
Я его обратно за багу доставил сюда. Большой. Дерзкая, что ты в моей луне делаешь? Хочешь заблевать двоих? Большой мили. Вернись обратно, где стояла. На мне инфекция. Заберите милку с меня. Так ты подбеги сам, он к тебе побежит, блядь. Так я и так в милизоне стою в ногах у босса. Сейчас мелкий второй там проведется, и он попадет. Там один мелкий на Наташу, думаю, сейчас нет. Он на беса вообще ебошит стоит. Че за бред, блядь, ну тогда пускай даже стоит ебошит. Угу. Что, блядь, было нахуй? Плюнул. Кому на меня был убительный газ? Могу быть этот или нет? Пиздец. Большого, когда водишь, его нельзя поворачивать к рейду, иначе он плюет всегда вперед. А там, блядь, не... Что, блядь? Чего мы умерли? Лужа? Ну, такая в мили-зоне. Это же была блевота, нет? Это была блевота. Причем, на, причем это была блевота на фулл рейд, блядь. 8. Я зашел, потому что сказали, как этого лутаешь, слизня, в мили-зону бежать. Я прибежал, когда, и все. Когда два появляются, если ты первого залутал, то ты стоишь, ждешь, пока второй появится на ком-то. Вы сказали... сбегаетесь, остаетесь, оставляете на большого и разбегаетесь назад. Я же причем сказал, когда их два. Ну, вы же том, что... Надо объединять двух мелких. А не то, что ты с ним, блядь, бежишь. Второй. Но это ж не от нас зависит. Это проще всего, но это ж случайность. Ну а что ему с этим стоять? С мелким? Ну мелкий не особо сильно дамажит. Это, скорее всего, тот слезнёк, который почему-то висел на бесе. На бесе, да, один висел, и хуй пойми почему. Заебись. Ну, он повисел на бесе, и, скорее всего, этот слезнёк весь рейд ёбнул. Потому что лужа была бы в мили-зоне. Причем это был пес Т4, который... Чё, Сань? Надо выбегать к типу, кто на РНЖ с мили. Понял, принял, осознал. А если два РТДшника получают? Сбежаться можно. Туда в мили им надо сбегаться. То есть, если тут будут бежать, то они заблюют. По пути их заблюют. Это когда они рядом стоят друг другу, они сбегутся, а когда они на противоположной. Кольцевые гонки устраивать.
Ну, по всем меткам получается. И если заблюет кто-то в этот момент, то ты по-любому попадешь. Да, пока вокруг бежишь, заправить все. Блевоту этой. По поводу, я скажу по поводу вот пяти людей в РДД. Ты видел, сколько на человеке кидалась блевотня? Просто заметил. На четырех. На троих. Не, на четырех, на троих. Я просто вот чекал по ДВМу, и чтоб не спиздеть, и кидалась на троих. Четвертый человек либо просто какой-то РДД, который рядом стоял, либо какой-то из милику, который отходил. Потому что там было где-то два охуенных этого блевка, там где просто три человека ровненько и все. По поводу слизня, слизень вообще охуенный, я вам его специально багал, два стака, блядь, что вы не ебали мозг от взрыва. Ласка, поешь рыбу. Нахуй, я лучше, блядь, поставлю больше, чем меньше, ебогу. Ничего страшного, у нас у хилов и так оверхил, это хуя. На самом деле, блядь, если не происходит никакой хуйни, мы тут захиливаем все, что можно захилить. Не, я ж не по поводу хилов, я просто говорю, что можно 5. Но, не, ТРЛ, пожалуйста, 8 так 8, я ничего против не имею. Ёжик. И первый удар дайте танку нанести, потому что потом... А я не пойму, а Миша тут, да. Не тут? Где Миша, блядь? А он пишет. Написал тут. А что ты делаешь, звездочки? Кстати, хотел спросить изначально, но сейчас спрошу. А ты вот видишь, что весь рейд стоит в мире? Типа ты, вот, блядь, вот какого хуй ты, во-первых, не пришел в начало, но это я потом у тебя спрошу. Ёжик, блин, ты тут? Алло, блядь. Чё-чё? Ёжик, стань в звезду. Чё ты там делаешь? Спасибо. Еще раз ручаю на пул. Соответственно, РДДшники, сбегайтесь, короче, друг к другу. Смотрите, на ком, блядь. Поехали. Постараюсь поносить, но это хуета, блядь. Мне неудобно, ей-богу. РДДшников тогда анонсите, кто, где мете есть. Чтоб миликам было понятно, куда бежать там. Крест, ромб. 4, 3, 2, 1. Геру. До Сереги не достает, а достает. Лицом в пол. То есть это мелик. Дважды лицом в пол. В рампе. В ромб, в ромб. Саня, в ромб. Сбежаться не хотите, а мне? Саня, в ромб, выбеги. А уже не сбегаюсь, а в миле будет от меня. Большой в центре. Надо поверить, Леня. Бегемошки в миле. Дайте ребаф по резенде. Не
большой в рэмбе. На уру. На гнездойку он тоже умели сейчас большой. На Мише умели. Вот это что опять было? Губить газ. Губительный газ нам не было в миле. Заберите его, что шо. На всех ебал вообще. Вся милизона зарыгала. А что если на тебе типа губительный газ, надо куда-то убегать? Типа? Не, он не должен кидаться в милизону. Ага. Надо больше. Да, он только на рейндж кидается, поэтому 8 человек стоят на рейнже. В милизоне снова 2 РДД чилило. Какие вот, блядь, РДД стояли сейчас в милизоне? Мне кто-нибудь может сказать, которые изначально стоят на метках? Я стоял на метке в милизоне, я РДД. Нет, сейчас давайте еще... Давайте 15 минут сделаем, блядь, лишних. Хоть, блядь, убьем его и пойдем. Не убьем, так и быть. У нас должны быть на мешке дерзкая серия Лавикойл, Вагонвилл, блядь, Траблозавр, я и Леня. Нет. Конечно, я в РНЖ. Я точнее, в мире не захожу, я в РНЖ стою. Ну. Ну, точнее. Блять, у нас вот 8 меток. Если, блять, даже вот с учетом НТ, вот берем. То есть вот вот флотская юзер, Вагонвилл, 2, Лавикойл, 3, Траблозавр, 4, дерзкая, сериал, это 5-6, и мы с Лёней 7-8, блять. Резенди чумовая. Как это, блять? То есть нам тут предлагают поставить нахуй 5, а мы с 8, блять, да, и лутаем. Пань, ставь 10, чтобы запас был. Да тут не в этом смысл, блядь. Там кто 8 давай. Человек-то поставить по кругу сложно, потому что мест не хватает, там же лужа ебаная, там чуть ближе надо подбегать будет. Шанс он там в порядке. То в том прикол, что если 5 человек, больше места, то не будет помочь. Короче, я просто выдвинул, как я убивал. Все, я молчу. Ну вот вопрос-то в том, что именно, блядь, почему такая хуйня происходит. Ну, Вагонвилл, вот. Может быть, кто-то из-за лужи двигается ближе к боссу, поэтому заблевал. Повторяю еще раз, это забирает по-другому, но не может. 8 человек это дохуя. Это так дохуя. Давай это попробуем. Что? На их 4. Вот, у меня завтра РТ захапало за Гринхеллом, я его специально засниму. Уважаемый, пожалуйста, Шуман на Водвейфе. Вы его как убиваете? Подожди, ты 8 ставишь и 9 танк, у нас получается 8 всего, блядь. Давайте тогда бегемошку воткнем. Может, нам, блядь, как раз это и руинит, нахуй, что, блядь, ну тогда как они закрывают в 5? Ты можешь поставить? На, я тебе помощника дал. Минимум 10, блядь. Да.
У нас бегемошка будет стоять. Танк дополнительной блевоты не будет ловить, когда будет бегать, ходить. Дайте тогда меткам забраться, соответственно, бегемошки, уруров. Так, теперь вопрос такой. Вот эта вот лужа, которая большая, разливается, зеленая, мы с нее выбегаем куда-то или нет? Да. Окей, если она разливается, центр прямо вот на трусы налилась. Она не разливается в центр, она и разливается из крана. Она всегда справа стабильная. Да. Все понятно. Вот. Вот это объяснение, блядь. Спасибо большое шаманчику, что он у нас есть. Все понятно. Ристобав. Я думаю, чего-то не хватает, блядь. ГК пал, но к тазу не стойки каски. Давайте сейчас попробуем, не убиваем рову, убиваем, молодцы. Анфрой, блин. Анфрой. Тут он персонал. Не, ребята, надо реально новую роль искать, блядь. 4, 3, 2, 1. На Ваганвилле, на Фласкоюзере. То есть это два РДД. Ну все, сбежались уже все нормально. Угу. Мили, Свиднюк.
маленький. Соответственно, сейчас ждем второго. Чужую, блядь. Ну, сведите вы наконец-то, не выпали в рот. Маленького если никто не пугает, мы тогда, блядь, сидим, ждем. Небольшому, блядь. Алексей, вот большой. Наташа, ты слишком близко стоишь. Спину блюешь. Фоскоюзер оверхилл, он блюет. Фридом, фридом по фоскоюзеру, блядь. Ладно, паладина, дайте фридом по фоскоюзеру. Большой мили. Три, потому что... Нет, как раз... А, не сейчас... кинул. Блядь, большого блядь. Забери. Сейчас будет пять. Выиграть дать по большому, почему у нас уйти не может у танка? Че за прикол, блядь? 6 стаков заю, течет. Всегда гиномором. Сидите двух маленьких, ебаный в рот. Смели на ком выбей. Да, в мили уже большой. Большой в мили стоит. А танк блюет аккуратно. Блядь, просто люди прям возле танка стоят с маленьким слизняком. Сейчас будет 4-5 статов. Нет, 4 статов. Большой мили. Может забагается сейчас. Да, забагалась на вам. Большой мили. Где лук-то, блядь, стоял нахуй вопрос? Да, блядь. Печенька. Печеньки пеку. Довольно просто. Кровь есть. А ебать, объект выпал. Да, кровь есть. Да я понял. Серег, на тебя и тут. Слизнем нельзя стоять, когда танк проходит с большим слизнем. Нет, дело не в том, а нужно сносить маленьких слизней, потому что они тоже вешают стак. Типа, я могу брать большого и просто сменку выбирать. Серег, забери кровь. Да, сейчас Роб будет только шмотки.
Добрый вечер всем. Поздравляю. 6.12. Привет. Привет. 6.12. Объект же никому не нужен, да? На успех я забираю объект. Мне на шипы нужен. Надо подумать, кроме кому он, кроме шипышников, которому шипышников нахуй нужен. Локу. В смысле локу? Локом. Ну, блять, я же про шипышников, блять, а не про локов. Вы чё, блять? Что они шипышников нахуй, в принципе, не нужен. Нет, заебись на шипышника под... Сериал. Ну, это если, блять, правильно его реализовывать. Угу. В совокупность с талисманом убийцы бездны. Так, уважаемые разбойники, блять. Разбойник, кто? Два, блять. Не знаю, руки нахуй. Бист 8, ассалинность 94. Вот это я понимаю, блядь. Человеку нужно. Бист ассалинность. Ну, справедливый ролл. Короче. Хоть карту заменю. Локи, шпешники. Поехали. Бать, Серега там, блядь, разъебал по фактам. Да, да, я да. Считаю, он топчик. Так, ладно. Блять, ты головы ничего, каждый раз всякая хуйня. Поздравляем Серегу с приобретением.